День матери – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому дню в детских, дошкольных и образовательных учреждениях. Здесь дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но и множество подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера. Так, в детском оздоровительном центре «Родник» прошла конкурсно-развлекательная программа «При солнышке тепло, при маме добро». Традиционно в конце ноября ежегодно у нас проводится праздник, посвященный Дню матери. В этом году в связи со сложной ситуацией эпидемиологической у нас проводится он в прямом эфире онлайн и также в конференции Zoom. Поэтому многие мамы могут поприсутствовать на празднике перед своим экраном дома или на работе. Программа состояла из 15 номеров творческих объединений центра, хореографического коллектива «Сюрприз», вокального объединения «Небо», театра «Мод», театрального объединения «Улыбка». Гости услышали декламацию стихов, увидели работы из-за студии «Волшебная палитра». В том числе была представлена выставка картин и рукоделия. Вообще цель праздника – это бережное отношение к матери. Подчеркнуть роль, которую играет в жизни каждого человека, самый дорогой человек – это мать. Мы говорим о семейном воспитании, об укреплении семейных устоев и воспитании на общечеловеческих семейных ценностях. Я уже хожу на вокал как уже 2 года. Мне очень там нравится. Мы будем сегодня петь «Русскую зиму». Это очень для меня главное событие. Мне очень сильно рада, что у меня такой везучий педагог, что мы такие везучие, что она такая добрая и позитивная. С каждым годом День матери становится все популярнее в российском обществе, и это замечательно. Связь между матерью и ребенком нерушима, как и сила любви, которая их объединяет. Диана Левина, Бато Гармын, телеканал «Мир Байкал».